115. Про философию. Умные люди, которые владеют философией в практическом применении. Да-да, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Учат, как понять, что ты что-то делаешь неправильно. Просто представь себе, что все люди вокруг делают точно так же, как и ты, вместе с тобой. То же самое действие, которое тебя беспокоит, правильно оно или нет. И вот если тебе результат нравится, то значит ты все делаешь правильно. Если результат тебя ужасает, ну, например, все вокруг начали вдруг жениться, и мир превратился в хаос, потому что все женятся на твоей Наташке, и мужчины из разных стран, и женщины, и трансгендеры, и даже феминистки, значит, твое решение неправильное. А еще женщины очень любят, чтобы ради них мужчина чем-то жертвовал. Я отрежу себе яйца, лишь бы ты была со мной. Ну, это перебор, конечно же. Придумайте что-то менее радикальное. Я хотел пойти побухать с друзьями, но зову тебя пройтись по магазинам. Такая вот философия.